В этом видео вас ждут очень интересные инструменты. Всем привет! У нас каждый год происходит всеми ожидаемый праздник – Дни скидок под названием «Черная пятница». И в этот год она продлится с 11 по 18 число, то есть целую неделю. И чем больше вы заказываете, тем дешевле будет следующий товар, имейте в виду. И в честь этого праздника я для вас сделал подборку классного и полезного инструмента, который пригодится и даже удивит. Ставьте лайк и погнали смотреть! Чехол для инструментов на ведро Work Pro. Это удобный и практичный девайс для хранения и транспортировки инструментов. Он имеет 51 карман для хранения, которые расположены снаружи и внутри, что позволяет организовать и хранить инструменты более эффективно. В комплекте есть 10 внутренних карманов, а также карман для дрели, который имеет ремешок на ручке и петлю для удобства использования. Органайзер изготовлен из водонепроницаемого и прочного материала, что делает его идеальным для использования в любых условиях. Благодаря своей трансформерной конструкции вы можете превратить свое ведро от 13 до 19 литров в собственную сумку. Это позволит вам легко хранить и транспортировать весь инструмент и всегда иметь его под рукой. Герметик – жидкая резина. Это современный материал, который обладает высокой эластичностью и позволяет обеспечить надежную защиту различных поверхностей. Герметик – жидкая резина является однокомпонентным материалом, который используется для герметизации и защиты различных поверхностей, включая кровлю, фундаменты, трубопроводы, окна и другие элементы зданий. Его основными характеристиками являются стойкость к ультрафиолетовому излучению, водостойкость и химическая устойчивость. Думаю, такая штука пригодится в любом доме и в любом деле. Газовый гвоздезабивной пистолет является наиболее удачной моделью для электромонтажа в линейке газовых монтажных пистолетов. Основной особенностью этого инструмента является отсутствие прижимной скобы. В данной модификации сам ствол выполняет роль прижимного механизма, защищающего от выстрела в воздух. Благодаря этому пистолет имеет очень компактные размеры и может использоваться для монтажа широкого диапазона клипс от различных производителей диаметром до 16 мм. Наличие регулировки заглубления делает выстрел из данного инструмента мягче и уменьшает вероятность раскалывания пластика при монтаже кабель-каналов, а узкий ствол упрощает прицеливание в монтажное отверстие. Роликовые наколенники. Помимо защиты колен, создают удобство при перемещении на коленах по ровному полу, что делает процесс укладки плитки более удобной и комфортной. Накатанные наколенники позволяют держать колено в удобном положении. Наилучший аксессуар для напольной работы. Они позволяют легко перемещаться по полу и быть максимально мобильными при этом, защищая ваши колени. Корпус из ударопрочного ABS-пластика со силиконовыми подушками для обеспечения максимального комфорта при выполнении работ. Пластиковая чашка может отстегиваться. Каждый наколенник оснащен тремя колесами диаметром 5 см для лучшей подвижности. Идеально подходит для покраски, укладки плитки или винила, ремонта и обслуживания автомобилей, ландшафтного дизайна, да и многого другого. Удобный инструмент для автомобилистов. Специально разработан для растягивания пыльника на узлах шруса автомобилей. Устанавливает гибкую рулевую тягу и пыльник шруса, не снимая ось с автомобиля или CV-шарнир с оси. Экономия рабочего времени до 70% и предотвращение повреждения шруса. В девайсе композитный корпус с прочным регулирующим клапаном, работает от стандартной подачи воздуха. Никакой дополнительной смазки не требуется. Подходит для большинства автомобилей, некоторых фургонов и легких коммерческих автомобилей. Стол-трансформер – идеальное решение для помещения малой площади. Сэкономит пространство и обеспечит максимальную функциональность, либо прекрасно впишется в ваш индивидуальный дизайн интерьера. Несомненным плюсом механизма является то, что при переводе его из одного положения в другое, предметы со стола убирать не обязательно. Конструкция механизма трансформации обеспечивает минимальную нагрузку при переводе стола в положение стеллаж и обратно, несмотря на отсутствие в механизме пружин и газлифтов, которые в процессе эксплуатации могут выходить из строя. Насадка на болгарку или шлифмашинку представляет собой специальное приспособление, которое крепится к передней части инструмента и используется для очистки поверхностей от пыли, опилок и других мелких частиц. Сопло представляет собой узкое отверстие, из которого выдувается сжатый воздух с высокой скоростью. При включении болгарки или шлифмашинки сжатый воздух проходит через сопло и вырывается из него со значительной скоростью. Благодаря высокой скорости выдува воздуха, насадка для УШМ эффективно удаляет загрязнение
загрязнения с поверхностей, обеспечивая чистоту и видимость рабочей зоны. Самый заказываемый шуруповерт на Алике – универсальный полнофункциональный аккумуляторный шуруповерт V-Code. Достойный инструмент за свои деньги. Достаточная мощность и большими размерами, а также продуманный дизайн с максимальным функционалом делают его универсальным инструментом, удобным и комфортным для выполнения любых бытовых и общестроительных работ. Питание 12 вольт обеспечивает сборка из трех стандартных литий-ионных аккумуляторов 18650 с минимальным саморазрядом. Есть защита от перегрузки, перегрева, глубочайшего разряда и утечки питания. В комплекте сам шуруповерт с одним аккумуляторным блоком, зарядное устройство от сети 220 и руководство пользователя. Индукционный пистолет – универсальное приспособление для быстрого разогрева различных металлических поверхностей без использования открытого огня. Индукционный нагрев – метод бесконтактного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты и большой величины. Принцип индукционного нагрева заключается в преобразовании энергии электромагнитного поля, поглощаемой электропроводным нагреваемым объектом, в тепловую энергию. Способы применения просты, их можно применять к ржавым или устаревшим крепежным деталям, которые вы хотите удалить. Комплект для сборки фрезерного стола. Для тех случаев, когда предпочтительно перемещать деталь относительно закрепленной фрезы, а не сам ручной фрезер, его предпочтительнее закрепить снизу рабочего стола. Как это сделать? С помощью универсальной опорной алюминиевой пластины. Вначале в поверхности фрезерного стола выбирается четверть на такую глубину, чтобы при установке пластины с опорой на бортик образовалась плоская и идеально ровная поверхность. К нижней стороне пластины через 4 отверстия с внутренней резьбой прикручивается подошва ручного фрезера. Чтобы установить фрезы разных диаметров на толстостенной платформе, образовано отверстие со ступенькой. В нее вставляются и фиксируются винтами сменные пластиковые вкладыши с разным внутренним диаметром, которые при необходимости легко вставляются и извлекаются из посадочного углубления. Набор лезвий для сабельной пилы. Комбинированный набор обеспечивает выбор лезвий для общего применения. Идеально подходит для использования с металлом, пластиком, деревом и гипсокартоном. Изготовлены пилы из высококачественной углеродной стали для быстрой резки и обрезки древесины. Работает со всеми основными брендами поршневых пил, такими как DeWalt, Makita, Milwaukee Porter и другие не такие популярные. Включает 34 лезвия, подходящих для самых распространенных применений резки. Отлично укомплектованный набор для ухода за автомобилем и не только. Набор позволит самостоятельно привести салон и кузов автомобиля в надлежащее состояние без дорогостоящих автомоек. Щетинки достаточно твердые у набора, чтобы устранить грязь, но достаточно мягкие, чтобы не повредить чувствующие поверхности. Ручка из твердого пластика без металлических частей не повредит деликатные поверхности, такие как стекло, окрашенные и полированные поверхности. Щетка для колес идеально подходит для удаления скопившейся дорожной грязи и пыли, а также для очистки участков между ротором, между шпицами колес, колесными барабанами, тормозными суппортами и любых других трудонаступных местах. Проволочные щетки изготовлены из нержавеющей меди, стали и нейлона, прочные и долговечные, достаточно твердые, чтобы полностью очистить ржавчину и детали. С таким набором вы сможете делать полную очистку салона, а также и обычного дивана или кресла, почему бы и нет. Цифровой динамометрический ключ – это прецизионный инструмент для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом. При проектировании любых строительных конструкций, любого промышленного или строительного оборудования или любой техники, предполагается ее сборка с определенным значением крутящего момента для каждого конкретного соединения. А с помощью динамометрического цифрового двухстороннего ключа затяжку резьбового соединения можно выполнить быстро и с высокой точностью. В описании есть выбор таких ключей с разными характеристиками. Аппарат для удаления загрязнений и коррозии с сухим льдом. В качестве абразивного материала применяется сухой лед, который наносят на поверхность с помощью воздушной струи, нагнетаемой насосом высокого давления. Метод широко используется в промышленных сферах. Также он приобрел популярность при окраске автомобилей и некоторых ремонтных работах. Уникальные возможности технологии очистки сухим углекислородным льдом в полной мере проявились в сфере ремонта и технического обслуживания автомобилей.
Здесь, как ни в одной другой области человеческой деятельности, пригодилась универсальность метода криогенной очистки поверхностей, способного успешно справляться с самыми сложными видами загрязнений, очищать детали от ржавчины, удалять старую краску и пятна, оставленные горюче-смазочными материалами. Преимущества метода просты – это очень быстрый процесс, он не повреждает поверхность, безопасный способ работы, который не использует химикатов и не требует предварительных демонтажных работ, проникает во все крепежные узлы. Минусом, наверное, будет цена. Рабочие антивибрационные перчатки изготовлены из инновационного волокна с частичным покрытием из вспененного нитрила. Их главная особенность – комбинированная защита. Они предназначены для экстремальной защиты рук от ударных воздействий, вибраций, механических рисков. Имеют максимальную защиту от порезов 5 уровня и эластичность. У них уникальный материал накладок и эргономичная конструкция рабочих перчаток. Обеспечивают рассеивание энергии удара сверху, защищая кисти рук с тыльной стороны от защемлений и ударов, предотвращая и снижая возможные травмы и их последствия. Термопластичный слой нитрила имеет определенную твердость и высоту для рассеивания удара. Текстильные промежутки в покрытии обеспечивают отличный воздухообмен. Вот такие инструменты я нашел для вас. Какой инструмент вам понравился и пригодился бы, напишите в комментариях, мне будет интересно. Я бы заказал себе органайзер на ведро, полезная вещь в мастерской. Также заходите на страницу распродажи на AliExpress, я оставил ее в описании, как и ссылки на все товары из ролика, чтобы вам было удобно их искать. Спасибо за просмотр, буду благодарен вам за лайки и подписку на канал. Всем удачи и хороших покупок, пока-пока!